В Ульяновской области начнет действовать индустриальный парк «Октябрьский». Соглашение о софинансировании строительства парка в Чердаклинском районе подписали на бизнес-форуме «Деловой климат в России». Свои подписи в документе поставили глава администрации Мария Шпак и исполняющий обязанности министра цифровой экономики Николай Зонтов. Промышленная зона предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса. Уже хорошо себя зарекомендовал индустриальный парк «Заволжье», особая экономическая зона, которая расположена у нас в Чердаклинском районе, но они в основном размещают на своих площадках крупных инвесторов. А небольшие инвесторы с объемом инвестиций 15-20 миллионов, они, к сожалению, не могут приземлиться на этих зонах, ну, потому что просто они не совсем вписываются в формат этих индустриальных парков. И поэтому нашим районам было принято решение о выделении земельного участка на первом этапе, это 66 гектаров земли, для того, чтобы приходили такие небольшие инвесторы, субъекты малого и среднего предпринимательства и развивали свой бизнес на территории нашего Чердаклинского района. Четыре резидента уже заявили желание разместиться в парке. Это тепличный комплекс, предприятие, занимающееся разведением рыб в закрытых бассейнах, а также компания по производству металлоконструкций. Еще четыре проекта находятся в проработке. Новый индустриальный парк расположен недалеко от поселка Октябрьский. Рядом железнодорожная станция и трасса Ульяновск-Самара. Строительство инфраструктуры парка будет осуществляться через федеральную программу развития сельских территорий. Работа начнется уже в следующем году. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.